нас с густой растительностью. Попробуем их сделать поменьше или убрать совсем. Все. Солнца хватает. Много талька, но смотрите, зато все волоски видны, все приподнялись. Лишнее не будет. Так. Паста холодная. Температура тела горячее, чем температура воздуха. Температура пасты холоднее, чем температура воздуха. Нам надо добиться, чтобы температура пасты была как температура тела. Когда вы ее подогреваете, да, она становится мягче. Мягче, теплее, удобнее, приятнее. Но она потом в процессе все равно остывает. И она начинает ломать волос. Плотную пасту греть нельзя, чтобы она была мягкой. Поэтому надо за мягкую рассказывать. Ну тут большими, конечно, совсем я вам не рискну делать, потому что это будет немножко больнее все-таки. Ну, по чуть-чуть. И, естественно, она будет сразу забиваться у вас волоском. Все, она хорошая, все. Волос же окутан нервными окончаниями. Он просто вот так, вся луковица заплетена. Кровеносные сосуды, нервные окончания. Поэтому нам больно, поэтому у нас и кровь выступает, если близко проходит, если много там кровеносных сосудов. Ну, хорошая. Потихонечку сейчас. Сейчас сильно тянется? Я тяну сильно? Нет. Ничего. Вот действительно правильно все, и паста именно. Там бы у вас уже давно было. И они же еще и цвет теряют. Ну, конечно, я уже 2-3 месяца только лезла. Нет, а вот смотрите, ноги не надо так часто делать. Нет, я не к тому, что не надо. Ноги именно как раз дольше, чем бикини и подмышки. Но ваш случай может быть другой. У вас потому что растительность такая, моя хорошая. А там, где нет волос, там уже не больно, в принципе. Если вот просто вот здесь я делаю, да, уже не так. Это нормально. Да. Я за то, чтобы наносить пасту медленно и плавно, срывать резко. Паста должна подтаять в любом случае. Если это мягкая, она... не стерла все штуку. Татушки же делала. Внук не делал. Сейчас вижу, вот это под на глаз попало, это все быстрее надо было. Ладно, ничего страшного. Мягкая паста тает быстрее. Все, моя хорошая. Поэтому и проводить ее надо несколько, ну, пару раз, допустим. Плотная тает медленнее. И поэтому здесь уже 3 прочеса, когда и 4, может быть. У меня главное, чтобы был эффект после процедуры, чтобы это было без вросших волос, без прыщей, без синяков, без кровоподтеков, чтобы волосок удалялся правильно, не ломался, не обламывался. Короче, я поняла, что надо сделать мягкую пасту, супер мягкую, может быть. Сейчас мы хорошо. Ждешь, пока шипы появляются. Ну, все равно уже вот чувствуешь. Ну, да, а надо, чтобы они отросли. Да, надо, чтобы отросли. Но когда шугаринг, они тонкие и острые, они не колючие. После воска они колючие. Потому что они обламываются. После шугаринга они вообще, по идее, даже не чувствуются, что они отросли. Уже потом вы только можете заметить, они не мешают. Ну, в моем случае у меня, видимо, мало просто. У меня коленка в основном волосатая. И чуть-чуть сверху. Все, моя хорошая. Все. Сейчас я еще раз пробьюсь вот здесь. Вы смотрите, по второму разу вам уже не будет больно. Больно, когда удаляется волосок. Нормально же сейчас уже. Уже все. Ну, там уже почти не видно. Объем волос большой, конечно, поэтому вам и больно. Больнее, чем. И вот я знаю, вот Рада ко мне ходила, у меня тоже прям капец. А потом она уже ходила вообще-то, говорит, как быстро у меня там волосы, ну, уменьшились, ну, сильно, намного. Прям.
таким объемом, с таким подшерстком. Ну что делать? Так, бывает, это же Гена еще. Нумерология у вас еще что? Нумерология для себя. У меня девушка вот была, когда в субботу, она тоже отправила нумерологию. Она тоже изучает. Да. Есть она там. Ну, с Бартера. Да. Так, сейчас подключу, сделаю, потом остальное. А сзади мы только сзади убираем. Спереди мы убираем спереди и по бокам, а сзади только сзади. Это быстрее. Ну, вы еще первый раз, но я еще не знаю, как у вас реакция, как у вас тут, так что, в принципе, все нормально. Если вы не будете их раньше времени брить и пинцетом удалять, там, где бы вылазило, то все будет хорошо. А я вот после воска, я начала это делать, потому что меня так раздражало. Я думала, хотя бы ежик сейчас уберу, сейчас вот этот, потом другой ежик, ёпарасоте. А сама хочу животное тоже работать. Я видела, ты какой-то вот... Что ежики вот удаляют, особенно для мужской хорошо бороды. А понимаете, что ежики нельзя удалять? Ну, во-первых, они не выросли уж, если они растут, ежики. Они не отросли еще. Я говорю, надо знать нормальную анатомию, чтобы знать, надо их удалять или нет. Ну, процедура. Не было бы никаких. Бороды? Ну, вот бикини, допустим, все ежики, когда. Вот эти ежики. Не надо их удалять. Раньше времени, если вы удаляете, вы добьете себе эффекта колготок. У вас будет хороший волос. Даже ко мне, когда приходят девушки, едут на море, там где-то там чуть раньше, я говорю, конечно, я сделаю. Но ты должна понимать, что не следующую процедуру, и не вторую, а после третьей у тебя будет растание волос. Потому что ты себе портишь. Надо вовремя просто всегда ходить было, в одно и то же время. Но если всегда, тогда и лазерная эпиляция. А это дорого. Я говорю, как я так? Я просто узнала в самом конце перед выездом. Так бы я, ну, думаю, что уговорила бы 3 раза. Но 2 раза я точно бы сходила. Возможно, бы и 3 раза бы сходила. Густота прям аж тяжело отрывается. Ножку разверните немножко вот так. Положите. Вот так. Вот хорошо. Почему здесь? Здесь болезнь? Тихонечко. Тихонечко, помаленечко. Да, здесь более чувствительная, она такая нежная. Не столько тонкая, она нежная. И место такое, как бы, должно быть защищено, по идее, природой. На самом деле нежной кожи, чтобы чуть что, сразу реакция была, наверное. Есть, у всех есть, только они разной и не длины, а разной густоты. Нет, у вас здесь все нормально. Намного гуще бывает, что вот у вас густота волос, да, а здесь у вас немного волос. У меня девушка ходит. Они просто там длинные. Вот что. А если бы они были не короткие, они бы еще менее заметные были бы. Вполне нормально у вас здесь, абсолютно. Вот у вас это место гладкое. Прям хорошее. Хорошее место. Тоже внук на папе лежал, пока он спал, сова, а дочка сидит, снимает. Внешняя часть бедра у вас более волосатая, а внутренняя прям вполне нормально. Такое удовольствие, потому что это черное покрывало. Мне все говорят, ой, я худее стала. Я худее стала на размер, это точно. Его штаны болтаются, а ремешок может. Так, хорошо.
Люблю длинные волосы удалять, просто обожаю. Это так легко все сделать. Так. Длинный зацепил и вырвал. А короткий, вот бывает, что приходит там с маленькими волосками, он вот такой тут два... Сразу чистка. Сразу чистка. Ноги, конечно, у меня длительная процедура. Воском, конечно, это все быстрее. Но тут объем бикини как бы всегда быстрее все делается. Ничего, сейчас потихоньку. Зато мы уберем все чисто. Без всяких проблем для волоса, для кожи. Все будет хорошо. И ежиков не должно быть. Ну, скажите потом. Мне тоже интересно, потому что вы у меня новичок, я еще не знаю, как. И вот брились тем более после. А после бритвы обычно как бы есть ежики, но у вас длина хорошая. Может, и нет. Нет, у меня ежиков никогда не бывает. Нет, после бритвы так. Все равно оно колется. Они даже сейчас у меня колючки. Нет, конечно, когда у вас густота будет, они и при шугаринге могут быть колючками. Когда вот они густые. Хотя должны быть острые. Кончики волос должны быть острые. Все, ну хорошо, все. Потихонечку. Уже вот после второго даже шугарника уже хорошо, нету ни колючек, действительно, ничего. Да, вот смотрите, три – это тоже ни о чем. Три раза три процедуры – это одно воздействие на одну партию волос. Да. Всего лишь одно. Это так же, как массаж. Один массаж сделали, и все, вы не выздоровели. Но вам стало легче. Но вы не выздоровели, у вас болит все тело, потому что там намяли. А если делать 10 процедур, это уже хорошо. Уже лечить. Так же и здесь. Ну, тут воздействие хотя бы по 3 раза надо. Ну, минимум год надо ходить, конечно. Минимум год? Ну, чтобы у вас уменьшился рост их. Да? Конечно. Это, считайте, 3 воздействия на один волосок. Ну, на одну и ту же пору. Да. Короче, вы поняли. Иногда красноречия не хватает. Вот. Потому что
три стадии роста волос. Одни волоски, другие, третьи. Да. Третьи вырвали, вторые. Это только зарождается. Да, получается 9 месяцев. Ну да, вот год выходите, условно, 4 воздействия. 4 только воздействия на один волосок. Да. Естественно, это уже хорошо, но это еще не идеал. Но вот девушка сегодня пришла ко мне. Густое бикини. Не густое, но ежиковатое, такое вот частое-частое. Густота, да, правильно, густота. Но она, я ей делаю, как будто вот ни о чем. Сейчас она приходит, и я так раз сразу говорю, о, вот теперь видно. В какой-то момент раз, и вы видите, что мало. И лобок уже такой, я говорю, плешивенький уже. И она это чувствует и замечает.